На канале «Домашний» состоится премьера четырехсерийной мелодрамы «Хрустальная королева», выход которой ожидается 17 февраля. В центре сюжета сериала детский тренер по фигурному катанию Анна Королева. Ее большая мечта – это воспитать на своем катке олимпийских чемпионов. Но каждый раз, когда она находит перспективного ребенка, его забирает другой, более титулованный тренер. Внутреннюю проблему Анны усугубляет еще и то, что любимый мужчина совсем в нее не верит. Вадим также занимается тренерством олимпийского резерва и предлагает Ане пойти работать к нему помощницей второго плана. Да и свадьбу он не планирует, а на все вопросы о дальней жизни у него есть свои отговорки. И однажды плачевная ситуация Анны начинает меняться. К ней на тренировку приходит Дина. Анна сразу же замечает талант, но общение и обучение проходит очень трудно из-за сложного характера девочки. Родители Дины против спорта и хотят, чтобы она начала заниматься музыкой. Из-за этого Анна решает их обмануть, после чего разбираться к ней приходит Дмитрий, отец девочки. После нескольких встреч между Анной и отцом Дины возникают взаимные чувства, которые приводят к размолвке с Вадимом. А Дина воспринимает это как предательство и еще больше становится неуправляемой, и прямо перед важными соревнованиями девочка уходит от Анны. Главные роли в сериале исполнят Александра Виноградова, Евгений Шириков, Владимир Колганов, Анастасия Гундарева и другие. Премьера четырехсерийной мелодрамы «Хрустальная королева» состоится 17 февраля на канале «Домашний». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.